Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Веревочка. Смотрите-ка, дети, как красиво после дождика. Да, очень. Чисто умыто. Вот это лужа. Ой, там такая зеленая. Это наша садовая лягушка Квакушка. Правда, симпатяга? Почему бы нет? Отличное будет путешествие. Только чур, путешествуем по правилам. По каким правилам? Держимся вместе. Раз. Идем по дорожке. Два. Помогаем друг другу. Три. Договорились? Да-да! Идем, помогаем, держимся вместе! Вот так. Нюшенька за барашека. Ежик за пандочку. Тигруня за... Ой, крошек, ты куда? А? Догоняйте! Ой! Крошек, осторожнее, лужи кругом. Потом! Давайте обходить лужи! Крошек, а как же правило? Не спешить! А я и не спешу! Эй, вы где? Догоняйте! Крошек, смотри под ноги. Крошек, ты в порядке? Я да. А где же эта зеленая? Лягушка-квакушка развалилась. Это потому, что ты бежал. Один шел. Ни за кого не держался. На прогулке. Собрались, торопились, одевались. Но когда шагнем на двор, вспомним главный уговор, чтоб друг друга на прогулке нам не потерять. Надо за веревочку хватит. Чтоб друг друга на прогулке нам не потерять. Надо за веревочку хватит. Ты, малыш, держись, впереди большая жизнь. Тянется веревочка, кто там первый, а Вовочка? Следом Паша и Наташа, дальше вся ватага наша. Раз решили погулять, нужно дружно, хватит. Чтоб друг друга на прогулке нам не потерять, надо за веревочку хватит. Чтоб друг друга на прогулке нам не потерять, надо за веревочку лягушка-квакушка! Чего-то не хватает. Шарфика! Спасибо! О, отличная веревочка! Крошек, а зачем тебе веревочка? Она поможет нам вернуться обратно. Нюшенька за веревочку, барашек за Нюшеньку, пандочка за барашка, ежик за пандочку, тигруня за ежика, крошек. Ой,
веревочка кончилась. А, я знаю, что надо делать. Ха, веревочка с хвостиком. Ура, пошли все вместе. Красота, веревочка, спасалочка. Теперь с нашими малышами ничего не случится. Проснулась, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Блестяшка. Доброе утро. Доброе утро. Бррр, холодно. Привет, а я уже согрелась. Здравствуйте, малыши. Да, на улице мороз, а в детском саду тепло и интересно. Скорее бегите в группу. Ох, красота какая. Ой, ой. Нюшенька, тигруня, смотрите, что у меня. Ничего нет, пусто. Ой, ой, куда делась? А что было-то? Не знаю, такая красивая блестяшка. А ты нарисуй, ежик. Так. Вот такая. Звездочка? Нет. Тут еще так и вот так. Волшебная палочка? Не-а. Вот же она, блестяшка. Смотрите. Вот это да. Ух ты. Да, на улице зима. Вот и снег пошел. Снег? Но он совсем другой, пушистый. А это? А это снежинки! Еще одна! Еще! Еще! Ой, исчезла. Ой, пропала! А где она? Не расстраивайтесь, друзья. Снежинки растаяли, но они к нам еще вернутся. Снежинки. Откуда берутся снежинки? И почему они такие красивые? И такие разные! Тише, тише, малыши! Сейчас расскажу. Каждая снежинка сначала была крошечной льдинкой и жила высоко-высоко в морозном небе, в зимней туче. В туче льдинкам тесно. Они друг с другом соединяются и превращаются в маленькие снежинки. Из тучи льдинки-снежинки падают на землю, но до земли далеко. По пути одни снежинки встречают ветер, другим встречаются капельки воды, к третьим прилипают мелкие пылинки. Так что на землю и к нам в ладошки падают не просто льдинки, а красивые узорные снежинки. Красивые и такие разные. Да, малыши, двух одинаковых снежинок не бывает. Все разные и все очень красивые. Любуйтесь скорее, пока не растаяли. Снежинка, я тебя жду. Получилось. Опять растаяла. А давайте вырежем красивые снежинки из бумаги. Давайте, да, да. Будет любоваться сколько хочется. Да.
А это на волшебную палочку. А у меня блестяшка. Ай да малышарики, все-все про снежинки узнали. Еще и свои вырезали, красивые, блестящие, совсем как настоящие. Проснулась, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Молчок. Здравствуй, барашек! Какой красивый зонтик! Здравствуйте! Ничего особенного, очень обыкновенный. Ну, крошек, ой. О, барашек, ты вода! Пандочка, ты что-то задумала? Сюрприз для барашика! Ух ты! Сюрприз! Тигруня, сюрприз – это секрет, так что чур молчок. А то сюрприз не получится. Тигруня, ты настоящая хранительница сюрприза? Да! Сюрприз улетел! Стой, ты куда? Тигруня, а может это был не сюрприз? А что же еще? Крошик, скорее прячемся! Барашек отстал! Да ежик отлетел! Ежик, тихо! Ой. Будь молчок, пожалуйста! Ежик, скорее сюда! Крошик, и ты молчок! Это же сюрприз! Ребята, а вы барашека не видели? Сюрприз! Он у Нюшеньки! Ну вот, теперь все знают. О, а вот и барашек. Стой, барашек, сюда нельзя! Это же сюрприз! Какой еще сюрприз? Все, сюрприз не получился, барашек все узнал. Как узнал? Что узнал? Прости, пандочка, я не смогла держать рот на замке, и весь сюрприз вылетел. Не волнуйся, тигруня, это вылетел не сюрприз, а пар. Пар изо рта. Смотри, как я могу. И я. Интересно, почему у нас изо рта идет пар? Да, мы что, чайники? Малыши, дыхание у нас всегда теплое, но сейчас осень, и воздух вокруг холодный, и, встречаясь с ним, наше теплое дыхание превращается в пар. Чем холоднее на улице, тем пар лучше видно. Весной воздух согревается, и пар уже не так заметен. А за весной приходит лето. Воздух становится теплым, как наше дыхание, и пар исчезает. Но почему из чайника пар идет даже летом? Потому что у чайника он горячий, гораздо теплее воздуха и нашего дыхания. И так не только у чайника. Утюг, кастрюля, пароварка и паровоз и пароход, как всем известный в мире чайник, пар выпускает круглый год. Ого! Ту-ту! Стоп! Вот это паровозики! Не паровозики, а пары-малышарики! У меня столько пара! Я целый пароход! А как же сюрприз? Ой, дождь начинается! А у меня как раз есть зонтик! Ой! Сюрприз!
Теперь мой зонтик необыкновенный. Спасибо, друзья. Люблю сюрпризы. Значит, я сохранила сюрприз в секрете. Да, ты молодец. Ой, а дождика-то и нет. Ой. Хорошо, когда друзья умеют хранить секреты. Да, пар изо рта – это вовсе не сюрприз. А вот из зонтика сюрприз получился замечательный. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Карандаши. В большом замке жила одна принцесса. Привет, Нюшенька. Привет, Тигруня. Придумываете истории? Здравствуйте, здравствуйте. Ага, по картинкам. Пошла принцесса гулять и встретила дракона. Не бойся, Тигруня, драконы у нас не водятся, только принцессы. Ой, еще принцесса. Это пандочка нарисовала. Очень красиво. Пандочка принцесса. И за ней гонится дракон. О, не волнуйся, мы пандочку спасем. Туда. О! О, еще рисунок от пандочки. Что на нем нарисовано? У пандочки красивый плод и весло. Она плывет по реке. Спасается от дракона. Поплывем за ней. А может, дракон тут ни при чем? Драконы всегда при чем. Вот что я говорила. Пандочка прячется в шалаше. Наверное, дракон совсем рядом. Идем туда. Дракон украл пандочку. Вы чего тут ревете? Ура! Пандочка нашлась! А где дракон? Как ты от него спаслась? Кажется, пандочку не нужно было спасать. Спасать? Меня? Зачем? Истории по картинкам. Малыши, расскажите, как вы провели день? Я? Мы лучше нарисуем. С утра я вот. Проснулся от того, что солнышко светило в окошко? Да, ярко-ярко светило и меня разбудило. А у меня вот что случилось. Посмотрим. Бусики порвались и рассыпались. Ох, как неприятно. Но ты же потом их нашла? Да, нашла. И все-все собрала. Красные, оранжевые, зеленые. А я вот чем занимался. Ага, ухаживал за цветочком. Сажал, поливал, рыхлил землю. Да, да, рыхлил, поливал. И цветочек вот каким стал. Был маленьким, а стал большим. И красивым. Как и ваши истории. Сначала тоже были маленькие, из нескольких словечек, а потом выросли. Выросли? Конечно, ведь даже по маленькой картинке можно рассказать большую историю. Значит, дракона не было? А про что тогда рисунки? А? Вот, смотри. Сначала я нашла корону и карандаш. Нарисовала. Вот я, красивая в короне. Потом я нашла еще карандаши и реку. Построила плот. Потом я нашла много карандашей
и построила шалашик. А он взял и сломался? Сам? Не сам! Это я его сломала! Мне для рисунка карандашей не хватало! А это кто? А это лес! Ура! Значит, дракона нет! Конечно, нет! Зато принцесса есть! Вот так по картинкам можно придумать целую историю. И не одну. Молодцы, малыши!